Мерч продаете? Нет, отдаем. Красиво. Держите. Спасибо. Спасибо. В акции «Менялка» действительно можно дать абсолютно любую вещь. Мы решили поделиться с новорингойцами мерчем нашей телекомпании «Ямал Медиа» и блокнотом с честного маршрута губернатора округа. Такие вещи в хозяйстве точно пригодятся. А еще отдали оригинальную кружку. Наличие этикетки красноречиво говорит о том, что с выполнением обещания что-то пошло не так. С этой площадки наша съемочная группа уйти с пустыми руками не смогла. Оператор тоже не может уйти без подарка. Я не могу себе этого позволить. Ваня, забери кепку. Это тебе. О, красавчик! А здесь каждый может приложить усилия к борьбе за сохранение экологии. В буквальном смысле. Из крошки от пластиковых крышек сделают оригинальные брелоки и поделки. Объектив телекамеры не даст филонить никому. Тяжело педали крутить? Да. А если в правильную сторону это сделать? Очень тяжело. Мы сегодня работаем про управление финансами. Как стать миллионером? Ответ на этот вопрос дает Дмитрий Захаров. Директор образовательной компании на простых примерах рассказывает, почему зарплаты вечно не хватает. И даже как поехать в отпуск бесплатно. Карты с повышенным кэшбэком 3-4%. Люди обычно считают, ну это же немного, это копейки. Да, а если среднестатистическая семья тратит от 1 миллиона в год, то это уже 50 тысяч. Оксана Власова работала в полиции и в один момент решила кардинально поменять жизнь. Теперь придумывает оригинальные костюмы для выступления малышей на детских утренниках. Лекцию записывает на видео. Это тоже своего рода инвестиция в будущее. Чтобы мне с одной стороны жизни переключиться на другую часть жизни, для меня вот эти занятия, на самом деле, лекции очень важны для саморазвития. А еще в День молодежи в Новый Уренгой прилетели драконы прямо из Москвы. Компанию им составил и символ газовой столицы – «Сова». На берегу реки Садаях организовали и соревнования по пляжному футболу и волейболу среди любительских команд. В городе Уренгой мы вообще первый раз на День молодежи. Очень мне понравилось. Здесь так все хорошо организовано. Сами мы приехали из города Таркасале. Радость победы в конкурсе на оригинальный внешний вид автомобиля слышно издалека. В этом году организовали более 50 разнообразных площадок на любой вкус. Мне очень нравится, тут очень много вкусной еды, напитков, машин и хороших людей. Также мы ждем концерт Клавы Коки. Ее выступление ждал весь город. Хедлайнер праздничного концерта Клава Кока. Интересный, яркий, масштабный. Таким запомнится День молодежи 2023 в Новом Уренгое. Виктория Воронецкая, Иван Гавриленко, Александр Доронин. Время Ямала. Новый Уренгой.